как ты до нас добрался, пап? Слышала, Чикаго совсем занесло снегом. Я живу не в Чикаго. Ты попросил меня приехать за тобой. Помнишь? Сказал, что не можешь больше жить на ферме. Долгие зимы, все время один. Я никогда ни о чем не просил. Ну как же, пап? Думаешь, я выжил из ума и хочешь воспользоваться моей слабостью? Не дождешься! Пошли вы! Вот что я тебе скажу. Когда в моем возрасте думаешь, что надо пописать, ты уже это сделал. Пап, хватит. Что? А этот болт в носу не мешает тебе? Это пирсинг. И нет, он не мешает мне. Это означает увлечение модой или он служит магнитом? Дед, ну почему ты всегда извишь, когда мы встречаемся? Они знают, о чем ты мечтал, когда служил в армии? Я и сам этого не знал. Может, так и лучше. Ты похож на какую-то девку. Сегодня что, подстригся, мистер? Я имею право на любую прическу. Говнюк! Да не нужна мне твоя помощь! Хватит лезть в мою жизнь! Слышишь? Твое сердце. Ты знаешь, где выход, друг мой. Какой же ты смешной. А ты неудачник. Его и в рай не берут, и из ада гонят. Прости, это я привел тебя в этот мир. Тут всех ждет и радость, и смерть.